считаешь? Подвести итог, я считаю, что выполнили задачу. Самое главное, выход в высшую лигу. Но осадочек остался, потому что мы для себя в коллективе поставили задачу выйти с первого места. Но так получилось, что вышли со второго, но выполнили задачу. Ну, в этом плане осадок остался. Но самое главное, что команда высшей лиги. Я считаю, это на сегодняшний день было самое главное. И команда с этим справилась. Поэтому мы, я думаю, можем быть с собой довольны. Статистика хорошая, да, но это все благодаря команде, коллективу, ребятам на поле, тренерскому штабу. Поэтому это наша общая работа. А самому, конечно, приятно, когда помогаешь команде результативными действиями, это всегда приятно для атакующего игрока. Отрицательно это удаление с Крумкачами. То есть для меня такое был осадочек. Все-таки вели 1-0, где-то такой эпизод был. Я бы даже не сказал, что грубый. Но он, я считаю, повлиял на ход, на исход матча. И остались в меньшинстве. И позволили Крумкачам сравнять счет. А так, в общем, позитивные моменты, когда выигрывали. Самый позитивный момент – это последний тур, когда Олег потащил пенальти. Но там пережили, мне кажется, все эмоции, которые можно было. Потому что так складывался матч для нас благоприятно. Но последняя минута могла все перечеркнуть. После игры даже таких эмоций, как бы, и счастье, да, и вроде должны были испытывать, но было так сложновато, все пришли опустошенные. Но нам уже отступать некуда было, и была поставлена задача в оставшихся играх после поражения на домашнем стадионе от Крумкачей. Мы поставили задачу, что нужно выигрывать все оставшиеся матчи, чтобы достигнуть цели. И так сложилось, да, что начали побеждать и закрепили. И вот достигли 10 побед к ряду. Я считаю, что где-то уже более адаптировались к требованиям тренерского штаба, начали, наверное, более осознанно выполнять то, что от нас требовали, и так сложилось. Поэтому и могу сказать, что уровень первой лиги, он довольно-таки добротный, и я не могу сказать, что между высшей лигой и первой лигой большая пропасть. Поэтому крепкие команды, которые борются, кусаются на нас, все настраивались, я считаю, по-особому. Мы были таким хорошим раздражителем для большинства команд. Просто не было, это однозначно. Поэтому первая лига у нас довольно-таки неплохой турнир. И хотелось бы, чтобы его даже больше освещали. Наверное, маловато у нас уделяют внимание минорным лигам. А так, хорошие есть ребята, довольно-таки квалифицированные футболисты. Хороший турнир. Те ожидания, которые были, и в полной мере они оправдались. Коллектив хорошие, ребята классные, тренерский штаб квалифицированный. Рад, что вернулся домой, помог команде, поэтому все здорово. Дома играется по-особому, честно скажу. Всегда хотелось, но, наверное, настал тот момент, когда сейчас уже хочется меньше мотаться, куда-то ездить, а быть нужным дома. Вот так.